Потому что это грозит опасность. Нам с вами. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Я хочу вам представить вашу новую учительницу. Это Нелли Васильевна. Ну что, всем привет. Да, сейчас будет раздача слонов. А то есть распространением? Я не распространяю. Кто-то это все враг, я не распространяю. Я вообще не наркоман, вообще наркотиками не занимаюсь. Не замечал ли ты чего-нибудь странного в последнее время в вашем классе? Да, я нашел у себя в носу желтую козельку. Я смотрю, ты веселый парень, но с тобой просто... Пошли, сделаем прививку. Все с того класса уже сделали прививку, а ты один не сделал. Идем, давай. Покупала? Ты на нее тратила свои деньги? Что ты с ней сделала?